Доброе утро, ребята. Мы съездили на день рождения. Ну, так с девчонками посидели, малышку поздравили. Так. Девочки! Аня, Карина, Анна, Анна. Да, смотри сюда. Так, Ане не нравится куртка. Говорит, долой куртку. Непонятно, чуть-чуть в тенек уйдешь, прохладно. Что за? Девочки, такие девочки. У тебя такая прикольная кофта, это у тебя две? Вернулись домой. Собирай. Только я не знаю как. Не, Ванюш, это сейчас собирать не надо, Ванюш. Почему? Потому что... О, кокон опять упал. Уже несколько раз падал. Ну, ой, улетел прям сюда. Да уж. Подушки мы убрали. Ванюш, убери это, пожалуйста. Убери. Так, это надо сюда поставить. Уже летом детки будут пользоваться вовсю. Этим шезлонгом. Еще нам сюда шезлонги нужны. На лето. Ой, да, о, сосны выросли, туи точнее, видите, надо подстригать. Вот, заносят, кстати, сушилку и стиралку домой. Вчера же хотела вам показать кран, вот сегодня как раз все открыли. Смотрите, какой у нас будет кран. Вот здесь вот будет литься отсюда вода, тут вот такой включатель-выключатель. И сам кран, видите, он так вот двигается. Так как у нас там окно, нам нужно было какое-то решение искать, потому что обычный выход. Так вот, хоп, складывается. Ну что, пора отправляться дальше в путь. В общем, да, красиво здесь у нас, конечно. Сейчас буду выключать свет. Я единственное, что не могу запомнить, по-моему, вот эта кнопка, которая выключает все. Да, правильно. Кроме лестницы. Лестницу сделали отдельно. Ой, но свет везде выключили. Сейчас закрываю. Фух. Классно. Здесь, конечно, еще есть много чего нужно доделать, доработать. Вот у нас, смотрите, уже коробка появилась. Так, все. Погнали. Так что пора ехать. Кстати, отвечу на вопрос, почему стеклянная дверь. Потому что это не такая прям супер у нас входная дверь. Потому что если уже грабитель доберется до этой двери, то уже все. Пиши пропал. Потому что, чтобы сюда дойти, еще нужно очень-очень сильно постараться, что у нас везде сигнализация, везде камеры. Даже если грабители будут только там, мы уже будем знать, что они пытаются к нам забраться. Ну, в общем, поэтому решили, одной рукой я не закрою. Нет, что-то я делаю не так. Что? Куда же еще плотнее-то? Плотнее ключ? Нет. Он у меня не крутится вообще. Дверь закрыта. Надо плотнее вот так вверх. Ты так... не до конца вверх сделала, а поэтому она не закрывалась. Ё-моё. Я впервые пыталась закрыть эту дверь. Ой, ладно, все. Ключи. Да, это мои ключи. Все, побежали. Сейчас еще нужно в магазин заехать. И потом уже выезжаем к Ваниным родителям. И потом в Андор. Мы приехали к родителям. Ванюша. Ванюша первый. Ванюша, молодец, давай 5. Тогда мне кубок. На. Так, Ванюша, опа, опача, тише. Ребята, мы приехали в Андору.
Костя Ваня уже припарковал машину. В этот раз прошло все идеально. Мы ни разу не останавливались. Дети спали. Сейчас мы их перенесли. Тоже никто не проснулся. Вообще. Анечку я быстренько переодела, покормила. Нам мы ехали спать не хотели, как в прошлый раз. Да, и мы себя чудесно чувствуем. То есть в этот раз все было учтено. И сегодня классно. Доехали очень легко, быстро. И дети сейчас спали. Спят в удобненьких кроватках. И мы тоже. Мы их еще одели. Они ехали не раздеты. А в прошлый раз они были раздеты. И когда мы их вытащили. Ну, надо было их одеть. Да, и потом выносить. Да. Поэтому мы ушли, ехали в машину, было достаточно свежо. Ума соскучилась. Ты же на сегодня стемнечек. Сегодняшний денечек не было, тоже так соскучилась, да. Кстати, сообщение пришло вот буквально недавно. Нужно это. Классно, что кормушка и поильник для пумы через приложение работают. И нам все время уведомляют, если вдруг что там. Работает. А, все работает? Там, по-моему, фильтр попросила поменять. Что нужно фильтр поменять. А, ну все, супер. Ой, сумки вот мы привезли. Тут и памперсы. Вот Ванюша своего папафет забрал. Говорит, я с ним хочу в школу пойти. Вот компьютер, тапочки. Все привезли. Так что разбирать уже буду завтра. Мы же еще в магазин заехали, купили сырки, сосиски, колбаску, гречку взяли. Ну, в общем, все уже разобрала, холодильник убрала. Вот, а это у нас вот эта гречка. Вот, и тут вот пакет с продуктами. Ладно, ребята, вон Ваня уже промывает поильник. Умочки. Сейчас будем отдыхать. Все, ребята, всем спокойной ночи и всем пока-пока! Пока-пока!